Всем привет! Показываем очередные у нас шарики Хоко, аквамозаика, дополнительные. Это у нас комплект из скольки цветов? Из двух. Из двух, насколько мы можем видеть. Черный и белый, да. Попробуем сделать из него что-нибудь черно-белое. У нас получилась маленькая бабочка, черно-белая. Ну вот. Не знаю, как она называется. Ну, как-то. Какой она породы. Мы ее будем сейчас мочить. В смысле того, что намочим водой. И когда высохнет, сделаем из нее брелок на ключе. Показываем очередное произведение. Это бабочка. Черно-белая. Вот она, да, на обратной стороне она выглядит похуже. А на лицевой вот получше. Потому что немножко вот цвет сходит на пластину на эту. Может, мы рано ее вытянули? Но все равно. Вот такая бабочка. Покупайте наборчик. Спасибо за внимание.